свет. Этот обзор я построил на личных убеждениях и наблюдениях, но без чрезмерного углубления. Реально, я, как и большинство, не разбираются и не могут измерять эти всякие ра, люкс и прочие, и вынуждены доверять тому, что пишет производитель. Предыдущий мой видос устроил настоящую бомбежку у нескольких активных писателей букв на клавиатуре известного на всю страну форума. Углубляясь в тему, скажу, что если кто-то думает, что он понимает что-то в свете его влияний, спектров там и прочие черемши, нет, не понимает. И я не понимаю. Понимают на самом деле единицы. Эти знания нужно поглощать и на практике изучать годами. Как они в краткосрочной перспективе изучать. И не ставить эксперименты на одном аквариуме. Чтобы что-то утверждать, нужна статистика сотен. А у меня ее нет. Из своего опыта скажу, что иногда по этим самым техническим спецификациям, выбирая свет, он оказывался визуально противным. Не для этого он покупался. В ролике про сравнение света я выбрал три светильника из тех, что у меня есть. И других я пока не хочу, потому что все три меня полностью устраивают. Расскажу про каждый из них, профитах и возможностях, а также где он будет использоваться. Итак, Чехирос ВРГБ, Чехирос А+, Beams от Beautiful Reef. Пусть это будет оформлено как три рекламных блока. Поехали! F6. На первый взгляд может даже показаться, что это техноигрушка. Вот настолько он напичкан технологиями. Но поверьте, это не так. Позволю себе сосредоточиться на собственном опыте и ощущениях. Получив его и установив над аквариумом, скорее всего, проблемы выбора как такового, а другого света у вас отпадут. Потому что он может покрыть почти все ваши стремления к экспериментам или настойчивое желание получить максимально естественные цвета. А его мощности и надежности с лихвой достаточно выдержать все испытания и подарить вам приятную и сочную картинку. И особо не важно, что вы выращиваете, полюдариум с цветами или голландский аквариум по строжайшим правилам. Корпус. Со степенью защиты 65. Решение, которое позволит ему работать не только в аквариуме, но и в террариумных системах без образования точки росы, где влажность может сильно навредить оборудованию. Некоторые считают, что светильник слишком толстый, но его толщина – следствие четко определенных требований к рассеиванию и фокусировке света в сторону освещаемого объекта, а также системы охлаждения в экстремальных режимах работы, например, в режиме «Эксперт», где он может разогреваться аж до 80 градусов. Внешне ощущение громоздкости светильник не создает. Кстати, при такой конструкции на большой длине исключен прогиб, которыми грешат тонкие профиля. Матрицы. Скрупулезно подобранные по мощности и качеству светодиоды. Таблица на экране. Разительно отличает его от РГБ и ВРГБ стандарта по возможностям и тонкостям настройки спектра. 6 сборок по 7 цветов, плюс 1 канал на пропорциональную мощность совокупной настройки, за что отвечает контроллер TruSpectrum. Полную спецификацию, которая для многих ничего не скажет, можно найти на сайте производителя светильника. В состав сборки также входят фиолетовые светодиоды, которые сильно способствуют фотосинтезу и процессам, проходящим при росте растений, в частности усилению выработки ярких пигментов. Питание. 100 Вт. Такую мощность нужно правильно и безопасно запитывать с запасом. Для этого в комплекте идет мощнейший блок питания Minwell серии HGL на 120 Вт со всеми защитными плюшками и наворотами той же степени защиты, что и вся система в целом, как провода и соединения. Все соединения тут как промышленные, с защитой от Гомера Симпсона.
Это не дешевый джек, а очень крепкие и гибкие силиконовые провода большого сечения. 24 вольта, 5 ампер и 100 ватт мощности почти для 50 светодиодов и контроллера. Энергию туда заносят на блюдечки. Для эстетики это, конечно, минус, но простительный и необходимый. Контроллер. Вот тут сосредоточена половина всех его плюшек. Интерфейс TrueSpectrum выполнен в виде сайта, как от вашего домашнего роутера. А значит, работать он может на любом устройстве, которое способно выйти в интернет. Управление индивидуальным светом или группой. Возможность изменения спектра свечения, кому он важен и необходим, в реальном времени, с параллельным и линейным контролем яркости. Возможность у загружателя создавать собственные пресеты и мгновенно их менять, не теряя любимых установок. Довольно удобный интерфейс для создания суточного цикла с настройками канала, с плавным, без видимых ступенек изменения яркости. Около 5000 ступеней яркости в промежутке от 0 до 100%. А ведь это даже не экспертный режим. Эксперт позволяет получить света необходимого спектра почти в 2 раза больше, чем в нормальном режиме. Как итог, TrueSpectrum – хирургический инструмент для раскрытия всех возможностей светильника в деталях, где техническая часть готова к такому через аппаратно-программный комплекс TruePower. Технология, которая позволяет использовать светильник ровно на 100% мощности, в отличие от иных с управляемым спектром. Практичность. По заявленным возможностям одного светильника 55 см хватит на аквариум с габаритами 100 на 50 на 50 см или 250 литров воды со средними потребованиями к мощности растениям по краям. А вот в рыбном аквариуме того больше. Как пару примеров, 4 светильника F6 достаточно для освещения рыбника на 3 тонны. А максимально разогнанный по всем показателям травник 80 на 50 на 50 см требует 2 светильников F6. Соответственно, для обычного аквариума без разгона одного хватит с избытком. Точное количество можно посчитать на сайте производителя в его калькуляторе. Светильник невозможно установить на кромке аквариума штатно. Он рассчитан только на подвес. И это правильно по многим причинам. Конечно, если нельзя, но очень хочется, то тогда можно. Все желающие могут самостоятельно сделать ножки для светильника, а штатное крепление позволяет это. Упаковка и комплектация. Упаковки тупо ни у кого такой нет, и все тут. Деревянный ящик как от дорогого вина, и ничего лишнего. Светильник, адаптер, система крепления на подвес и соединение светильников в пару. Ощущение на голову выше остальных. Как итог, это хай-энд почти по всем показателям. Как бы у кого ни бомбило от этого, рекомендуется к установке на такой же хай-энд аквариум, где всем деталям уделяется такое же внимание, как и этому светильнику. Цена F6 в России 23 тысячи рублей за штуку, и он стоит каждый потраченный на него копейки. Постоянно поддерживается и модернизируется производителем. Рекомендую его аквариумистам, которые бескомпромиссно относятся к своему хобби, и тем, кто хочет забыть про муки выбора. Дополнительно скажу, что на сайте производителя можно найти исчерпывающую информацию практически по любому вопросу, связанному с его продукцией. Чихирос ВРГБ. Китайский четырехканальный красавец, с которым я прожил год, и он нигде меня не подвел. Хотя изначально я знал об его заводских недостатках, а именно адаптерах, и эту проблему сейчас уже исправили. По моему мнению, этот свет один из самых лучших в соотношении цена-качество-дизайн-возможности. Светильник способен довольно неплохо разукрасить любой неглубокий аквариум или скейп, расставить акценты и дать возможность для творчества. Одного в нем не хватает – мощности на больших объемах, которые иногда просто необходимы, когда аквариумист решает поддать жару. В небольших объемах длиной до 120 см и глубиной 45-50 по воде он способен раскрыть себя и создавая определенную атмосферу. Корпус хорош собой, аккуратный и практичный. Выпускают от 30 до 120 см в черном и стальном цветах. Не составной, по заводским меркам хорошо гидроизолирован только сверху и с торцов. Рассеиватель без гидры вообще. Это важно. Вентиляция этому светильнику не требуется, так что очень аккуратно по периметру стыка рассеивателя и корпуса можно запечатать аквариумом герметиком и повысить его IP до вполне реальных 65. Затронул я это потому, что у меня сейчас светильник от воды в 2 сантиметрах.
и бывают брызги и существенные всплески попадают на корпус и непосредственно на рассеиватель. Одни из лучших на рынке креплений на борта делает именно Чехирос, и они идут в комплекте к каждому светильнику. Питание. Европейские версии светильников от 30 до 120 см теперь комплектуются адаптерами ГВЕ от 39 до, соответственно, 135 Вт. И надежность блоков питания выросла. Температура адаптеров тоже перестала быть опасной. Если светильник используется в паре или даже, как у меня, по 3 штуки, лучше установить один, но очень мощный БП с запасом Вт на 30. Свиста штатных БП не замечено. Контроллер. Вот тут начинается самое интересное. Этот светильник вроде как имеет свой родной контроллер, но тут не идет в комплекте. Называется он Commander и управляется по Bluetooth. Также имеет аналог в виде контроллеров TS-420 с локальным подключением и TS-421 с Wi-Fi. 420 это аналог 421, поэтому буду считать их как один. Эти два контроллера имеют различия в возможностях и способах управления освещением. Вот вам таблица возможностей, достоинств и недостатков каждого в сравнении 420, 421, Commander 1 и Commander 4. У контроллеров есть очень важные различия и специфика работы. TS-421. Подключение требует нарушения заводского монтажа кабелей. По сути, вам нужно разрезать кабель и подключить его вручную, закручивая винтики. Если у вас есть задача настроить один раз и оставить в покое, то лучше будет выбрать TS-421. Во-первых, из-за наличия и возможности применения сохраненных сетапов на несколько светильников и залив их в контроллер сразу нескольких вариантов настроек с моментальным выбором между ними. Но настроить даже один сетап – это просто выкручивание рук аквариумисту, потому как в реальном времени вы не сможете наблюдать за изменением настроек, только включая демо-режим и прогоняя его каждый раз по новой. Если вы теряете телефон или приложение, восстановить установки будет почти невозможно. К компьютеру контроллер подключить у меня так и не получилось. Контроллер вполне может справиться с 3-4 светильниками в параллели, подавая на них одни и те же настройки при наличии достаточно мощного блока питания. В течение года внутренние часы могут убегать аж на 20 минут. Экспорт из приложений сетапов невозможен. Закат и рассвет с видимыми ступеньками. Commander 1 и Commander 4 различаются количеством управляемых каналов. 1 для A+ серии и 4 для VRGB. Тут хочу отметить важную деталь. RGB от Chehirus управляется по общему каналу и не имеет персональных настроек яркости для каждого канала. Поэтому к RGB светильнику Commander 4 не подходит. Все управляется по мобильному приложению. Есть возможность мгновенного изменения настроек. Установка заранее продуманных или 3 своих сетапов. Индивидуальное подключение и 2 режима. Автоматический, где вы выставляете суточный цикл, и ручной, где все уже есть. Закат-рассвет также с грубыми ступеньками. Я считаю, что ни один, ни второй контроллер возможностей светильника до конца не раскрывает. И не может предложить удобного использования и хранения, а тем более обмена данными между контроллером и приложением. Я уверен, что светильник может больше. Вот несколько сетапов, которые неплохо подходят для аквариумов с растениями. Длительность светового дня вы можете отрегулировать самостоятельно. Практичность. Chehirus VRGB довольно слабый на глубину свет. Прибавьте к длине светильника 10 см, и это будет максимальная ширина аквариума, куда его можно установить. Максимальная глубина 35 для разгона, но при установке светильника прямо над водой, ну и 45 см для среднестатистического аквариума. По краскам все будет красиво и даже хватит на некоторые эксперименты. Но любое отклонение от режима All-On, это когда все фонарики включены, это сразу существенная потеря его мощности. Как итог, этот свет полностью удовлетворяет аквариумиста и скейпера, которому нужна возможность дополнительно вытянуть картинку по цветам, не разгоняя при этом всю систему по свету. Цена от 5000 за 30 см до 15 за модель 120 см. Я использую версии 45 см и имею их аж 4 штуки. 45 и 60 см очень удобный формат. Их можно быстро установить почти на любой объем набором.
Это не так выгодно, как 120, конечно, но более практично. Если бы я на 220 литров взял один или два больших 120-сантиметровых светильников, ну куда бы я сейчас их дел? А так, сразу после того, как я светильник снял, он сразу пошел на дело на меньший по размеру аквариум. Чехирос А+. Мощный одноканальный светильник. Настоящий фарш для любителей погнать банку и зажигать рост длины стебельки. Размерами от 30 до 120 сантиметров. Для его размера яркость светильника очень серьезная. Настолько серьезная, что новичкам нужно быть осторожным, устанавливая его на небольшие аквариумы. Неделя на полной яркости в 60-литровом скейпе чуть было не натворила проблемы из-за пересвета. Пришлось душить. Очень хорош для выращивания растений и нейтрального света в пестрых скейпах. Постоянная температура света 8000К. Визуально свет очень приятный. Корпус. Одним словом, фольга. Вот тут настолько тонкий компактный профиль, что на большой длине возможен прогиб. Собран очень добротно. В случае подвеса нужно изобретать велосипед. И штатно он может быть установлен только на кромке. Светильник очень легкий. Крепить и затягивать его обязательно, потому как если есть домашние животные, им ничего не будет стоить этот светильник уронить. Профиль без рассеивателя. Матрица на нем как на ладони. Минус такого компактного корпуса – светит он, конечно, во все стороны. Питание. Аналогично Чехиросу ВРГБ, тот же адаптер с повышенной надежностью и профитами. Комплектуется адаптерами ГВЕ от 30 до 120 Вт, в зависимости от длины. Контроллер. Штатно светильник снабжается контроллером прямо на проводе, что позволяет аквариумисту вручную настраивать яркость, и на этом, в общем-то, все. Расширяет же возможности светильник и контроллер Commander 1, позволяя добавить в систему суточный цикл и получить закат-рассвет. 421 контроллер может связать и управлять комплексом до 5 светильников при наличии достаточного мощного блока питания. Причем один контроллер поканально даст возможность настроить каждый светильник персонально. Практичность. В плане освещения существенно мощнее Чехироса ВРГБ, но без возможности настроек по спектру. Легко пробьет 50-60 см глубины. Позволит аквариум по свету разогнать и использовать его в скейпах, где атмосферу создает не свет, а именно декорации. Как итог, для новичка применять с осторожностью и правильно подобранной мощностью. За свою цену отличный вариант для первого светильника. Для тех, кто понимает влияние фактора мощности света на аквариум, хороший инструмент для экспериментов с растениями, создание светлых и объемных скейпов, лужаек из-под чупокровки. Цена светильника на данный момент от 3,5 до 12 тысяч рублей. Вот такой вот мой выбор. И куда этот свет пойдет? На 60-литровый аквариум для кухни Чехирос ВРГБ 45 см. Идеально вписывается и по мощности, и по размеру. Ради некоторых эффектов, возможно, установлю туда еще один, но оба будут сильно задушены, зато будут равномерно все красить и освещать. Скорее всего, он же пойдет после окончания эксперимента на Алиакву, с которой, блин, я постоянно сражаюсь. А плюс серия 60 см будет установлена на специальный аквариум для выращивания растений. Аквариум будет в разгоне и будет растить мне массу растений для использования в проектах. Красоты от него не требуется, а мощностью он обладает значительной. Ну а BIMS – вишенка на торте моего проекта по созданию травника на максималках. И в ближайшие праздники я начну монтаж всего оборудования и ништяков. Обязательно покажу это в деталях. Это будет настоящим испытанием и для меня, и для оборудования. А главное – ожидание от проекта эстетическое удовольствие, от процесса создания, ухода и использования лучшего оборудования и инструментов, которые мне доступны. До встречи в новогодние праздники, дорогие друзья. Я всегда доступен в ВК и Телеграм-канале и рад каждому. Присоединяйтесь, будет весело. Пока.